Сегодня в Якутске стартует второй этап электронной записи в первые классы городских школ. Напомним, осенняя приемная кампания началась с 15 октября. К этому времени завершилась запись в основные гимназии, лицеи и некоторые школы столицы. Сегодня начинается запись во все остальные общеобразовательные учреждения. Подать заявление можно через портал образовательных услуг республики edu.yakutia.ru. Также, к сведению родителей, подавших заявку во время первого этапа, если заявление имеет статус «обращение временно заморожено», необходимо обратиться непосредственно в школу для уточнения дальнейших действий. А граждане, не имеющие регистрации по месту жительства и по месту пребывания, желающие устроить ребенка в школу не по закрепленной территории, смогут обратиться в желаемую школу только с 1 июля следующего года.